Всем привет, ребят, с вами Гамбит, мы возвращаемся в карьеру за Salford City. Salford City прошлый выпуск провел почти идеально, почти, так сказать, блестяще, если бы не ничеечка с Ливерпуля. Вели 2-0, сыграли 2-2, но скажу, что Ливерпуль второй тайм провел блестяще. Могли забить даже, наверное, и больше. Но да ладно, это уже, так сказать, история. Salford City погони за Манчестер Сити. Да тут вообще, в принципе, плотность очень высокая. Собственно, вы можете сейчас сами посмотреть. Первые четыре команды находятся, идут, так сказать, ноздря в ноздрю почти. Так вот, друзья, давайте сразу переместимся, наверное, к календарю и посмотрим, что нас ожидает. А нас ожидает в этом выпуске матч с Вест Бромвичем. Мы его, скорее всего, просимулируем. А матч с Тоттенхэмом, матч с Лестером и... Уже идет, кстати, ребята, второй круг, матч с Манчестер Сити. Мы сыграем. Сыграем именно вот в этом выпуске мы три вот этих матча. А Бирмингем, Вест Бромвич и Саутгемптон мы просимулируем. Вот так вот, друзья. Давайте, собственно, перемещаться к матчу первому. Так, друзья, давайте быстренько по составу. У нас есть изменения. У нас Диангана вышел справа. У нас Джастин. У нас Вуд. И Сисиньон. По составу Вест Бромвича. Кого можно у них выделить? Трауре. Я не знаю, какой Трауре. Эдвардс. Таунсенд играет слева в защите. Играют они в 5 защитников. Ну, нужно обыгрывать. Команда с 15 места у наших парней. Посмотрите, рейтинг очень приличный, мягко сказать. Даже без... По его составу мы должны их обыгрывать. 3-1. Уверенная победа Salford City. Брюстер дважды отличился. И еще один мяч на свой счет записал Кай Дон. Так. Тоттенхэм Сити 1-1. Отлично. Мы, скорее всего, выходим на первое место. Да, так оно и есть. Но у нас по 47 очков. А впереди у нас лондонский Тоттенхэм. Так, Кайдон, там какое-то сообщение. Привет, тренер, вокруг уже все говорят о том, что вы меня на новую позицию переводите. Я просто хотел сказать, что готов на все ради успеха команды. Если вы считаете нужным, буду играть как форвард. Так ты уже играешь и забиваешь вообще-то как форвард. Уже 15 наколотил, так что все шик-блеск. Давай без этого. Короче, не переживай. На календаре 1 января Тоттенхэм в Лондоне будет принимать Salford City. Тоттенхэм располагается на 4 месте, 44 очка. У Шпор, давайте-ка. Так, Брюстер 19 наколотил в 19 матчах. Шикарен просто Брюстер. А мне интересно посмотреть турнирную таблицу. По 47 очков у нас и Сити. Чуть на 1 очко меньше у Ливерпуля. Дальше идет Тоттенхэм, Челси, Манчестер Юнайтед. Шеффилд тоже молодцы. Так, как там Арсенал? Ну, Арсенал, в принципе, пока без изменений. У Тоттенхэма 40 забито. Что неплохо, 19 не пропустили. Ну, ладно. У нас, кстати, друзья, открылось трансферное окно. Я сейчас давайте покажу футболистов, которые мне интересны. Не в это зимнее трансферное окно, так... Может быть, следующее. Во-первых, это, конечно, защита. Нужно обновлять центральных защитников. Во-первых, это холдинг. В опорную зону можно было Лонгстафа Мэтьюса взять. Мэтью Лонгстафа. Опорничек такой, знаете, со скамейки запасных будет выходить. Освежать игру в центре поля. Второй центральный защитник Торино Рига. Парот. Это, ну, на самом деле, под большим вопросом, как нападающий. Вот, это так добавил, знаете. Эдвардс тоже очень такой интересный молодой человек, 26 лет, на фланге, быстрый, юркий, англичанин. Но если он и мы его и купим, то только на скамейку запасных. Это все будет зависеть, сколько нам дадут денег после этого сезона. Также пошли дальше. Центральные защитники. Джон Стоунс оказался в Манчестер Юнайтед. Ему уже 30 лет. Было бы не против... Я был бы не против приобрести его. Ну и вот, это, знаете, такая заветная мечта. Если мы вдруг очень здорово в этом сезоне выступим, и у нас будут хорошие деньги, хороший финанс, может быть, там, не знаю,
кругленькая сумма. Но вряд ли мы все-таки, наверное, прикупим. Потому что все деньги на него отдавать, если вдруг, так если помечтать. Но все-таки добавил Гомеса. Хороший защитник, конечно. Слева в защите я вот все-таки вижу Райана Сессиньона, потому что Джастин не справляется. А вот Смит один тоже пока не особо вывозит эту обстановку на фланге. А вот Джастин подсдулся. Вот, а так как у нас сейчас подключаются защитники, Сессиньон, мне кажется, был бы просто идеальный вариант. Да, могут кто-то написать, возьми Сака, но Сака... Пусть играет, короче, за Арсенал. Все. Так, еще тут добавил форварда. Не знаю, какой-то форвард, я его просто вот добавил. Данил Джеймс, как вариант, знаете, вот еще тут парочку футболистов, которые без контрактов висят. Вот, можно будет обсудить переход, но я хочу посмотреть, что из себя представляет Ачимпонг. Я знаю, что он очень быстрый. Помню, как он там накручивал Зенит, также Рафиня. Ну, так, добавил, посмотрим. Ну, конечно же, футболисты, которым мне интересно, они вот они были вот в этом вот списочке. Давайте переходить, собственно, к матчу с Тоттенхэмом. По составу Кин, Лукас Моура, Казимира, Вицель в опорной зоне, Бергвейн, Кулибали, Тану, центральные защитники, шикарный Регилон, Риори защищает ворота. Ну и, собственно, наш состав не менее шикарен, нежели у Шпор. Давайте выходить на матч. На ваших экранах Кейн, 15 голов забил, сегодня встречаются два футболиста, занимающие первую и вторую строчку в списке бомбардиров. У Кейна, напомню, еще раз скажу, 15, у нашего Брюстера 19 забитых мячей. Команда уже выходит из потребунного помещения, все готово к матчу, буквально через минуты 2-3 все начнется. Прохладно, я так понял, на стадионе, ну как бы 1 января. Зрители в теплой одежде. Бергвейн, Лукас Моура. Посмотрим, как все будет у нас. А вот если бы не офсайд, уже был бы гол. Кейн. Ох, как хорошо. Как хорошо. Я уже хотел сказать, Тоттенхэм-то огрызнулся, но Пири шедевр сейчас какой-то затворил. И Кен не забивает 16-й мяч. И цель. Еще один момент и снова Перри. Да что ж такое-то? Вот вам и стартовый натиск. Тоттенхэм огрызнулся, так огрызнулся. Предчувствие у меня было не самое такое, знаете, приятное. Еще один удар. Еще один удар. Тоттенхэм переходит в атаку. Форест. Форест. Передача на Смарта. И вот уже атака Солфорд Сити. Март. Брюстер. Брюстер. Ох, шикарно. Шикарно, Брюстер. На Джека Грэма у нас 0-1. Солфорд Сити выходит вперед. Подключение Джека Грэма. Вот здесь вот Брюстер поставил корпус и оттянул на себя всех защитников. И все позабыли про десятку Солфорд Сити. Да, он не так много забивает, как в прошлых сезонах. По крайней мере, например, даже как в прошлом. Но так как расстановка поменялась. Хотя он также и остался цапником, но меньше подключается в атаку. Лукас Моура. Кейн! Блестящий был удар. Просто... не берущийся. Это шедевр, ребят. Это просто шедевр. Встал туда Минкс. Посмотрите. Ну, такие не берутся, ребят. Такие не берутся. Никто бы не достал. От перекладины идеальный удар. Минкс подпрыгнул там. Странно. Я вроде бы нажимал, чтобы он подпрыгнул. Ну, ладно, ладно. Удар был действительно шикарный. Кейн забил. Брюстер пока молчит. 1-1. Заслуженный гол Тоттенхэма, он все-таки на гол-то наиграл, точно. Были хорошие моменты. Ролис как-то, знаете, спокойно проходит, ставит. Спокойно, да спокойно, нельзя давать бить. Да что ж такое-то, а? И Жозе Моуриньо на ваших экранах. Подача пошла в штрафную.
Кулибали 2-1. Тоттенхэм выходит вперед. Обалдеть. Шикарный удар со второго этажа. И у нас 2-1. Вот такие вот дела, ребят. Слушайте, ну тоже идеальный удар в угол. Пока Перри не оставляет шансов. Диангана. Подключение Смита. Смит! А что ж так долго-то, а? Смит, он... Ну, короче, ладно, в своих подкрадулях там. Подача в штрафную. И все, друзья, 2-1. Тоттенхэм только забил, и все, сразу... Автобус в стиле Моуриня. Вот, наверное, так же было и с загребским Динамо. Но там, конечно, Динамо раздербанил шпор. Ну вот, проиграли реально. Сам виноват. Ничего не смог создать в атаке, потому что Тоттенхэм всей команды оборонялся. Два стандарта, два забитых мяча. И, собственно, все. Вот она победа. Шпор. У нас на очереди Кубок Англии. Третий раунд. Солфорд Сити встречается с Бирмингемом. Играть мы будем резервным составом, собственно, он на ваших экранах. У нас из основы только Минкс. И все, по поводу Бирмингема. Кто у них тут? Да никого особо. Давайте, собственно, выходить и обыгрывать даже таким составом. 2-0. Абе и Далтон отличились у Солфорд Сити. Ну, в принципе, в победе наших я не сомневался. А Тоттенхэм 1-3 обыграл Бристол Роверс. Так, мы возвращаемся в английскую премьер-лигу. Лестер у себя дома принимает Солфорд Сити. Так, под таблицу что у нас? Лестер на 12 месте, хорошо. Сити после 21 тура 50 очков. Солфорд Сити, Тоттенхэм имеет по 47 очков. Ливерпуль находится чуть позади, 46. Дальше Челси и Манчестер Юнайтед потихоньку тоже... набирает обороты. Список бомбардиров на ваших экранах. Давайте переходить к матчу. По составу Лестера. Альварадо слева. Абрахам. Коста, Дуглас, Прат, Диди. Фафана. Пикфорд защищает ворота. Хороший состав. Нужно, конечно, реабилитироваться после поражения от Тоттенхэма. Хороший отбор. Это Фергюсон. Брюстер. Дон. Неплохо. Брюстер. Передача на Дона. Потрясающая атака. Вот он этот натиск. Вот он этот стартовый натиск. И Лестер Сити его не выдерживает. Тоттенхэм выдержал. А вот Лестер нет. 1-0. Быстрая атака. И снова забивает валиец. Дождался Брюстер, когда забежит седьмой номер, и тут без шансов. 1-0. Выходим вперед. Отлично. И вот сейчас можно что-то придумать. Вот если бы передачку бы сразу отдал. Не затягивал бы. Не бежал на ускорение. Прат. Вот, ребят, вот как? Вот как можно просто пролететь? Вот у меня то же самое сейчас реакция. Только Роджерс показывает, какого фига ты не забил. И снова Прат у мяча. И снова подача. Тут Тэмми Абрахам. Ребят, там прям было видно. Вот сейчас, если передача пройдет, это, скорее всего, гол. Так и случилось. Там больше некому замыкать, кроме Тэмми Абрахама. Хорошая подача. Хороший удар со второго этажа. Первый момент. Такое вот завершение. С Тоттенхэмом. Там такие два мяча, конечно, забили со стандарта. Тоттенхэм идеальный просто. Ну и вот сейчас. 1-1. Хорошая передача. Вот это Коста. Спокойно. И нельзя давать бить. Вот сейчас выходим в контратаку. Передача на Дона. Я вижу Брюстера. Брюстер. Подача на ближнюю. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Какая контратака у нас получилась. А передача была неплоха. Иди. Хорошая передача. Перри. Спокоен. Минкс. Кайдон.
Кайдон, передача на Смита. Смит на дальней штанге. Я вижу! Я вижу! Вот это просто шедевр! Отлично, я вырезал. Ну, конечно, не я, а Смит. Молодец. Шикарно. Успел я зажать кнопку ЛБ и просто сделать передачу. Вот такой, знаете, сильный полупрострел, что ли, получился. Вот примерно вот с этой точки нужно именно эти передачи отдавать. Отлично, просто великолепно. И в одно касание в угол, без шансов. Якоб Смарт. 10 уже забил, он нет. А, какой это? Он там больше, по-моему, забил. А, нет, всего 9. Ладно. Хорошо. Но все равно Лестер на самом деле очень здорово играет в контроле. Тон. Брюстер. Галбрайт. А, это не Галбрайт. Галбрайт вот подключается. Но передача пошла на Брюстера. Брюстер мощно. 1-3. Там и на Галбрайта можно было. И уже все фамилии поперепутал. Уж извините, друзья. Динамика, эмоции. Это такое дело. 20-й гол Брюстера. Пальнул просто как из ружья. Без шансов. Хорошая передача. Там он, еще раз повторюсь, Галбрайт открывался. Вообще, на самом деле, передача адресовалась именно на фланг. Но 3-1. Вперед на правый фланг. Может быть опасно. Но Лестер-то в концовочке что-нибудь придумает. А придумал вот такой удар на подборе. Смарт. Браун. Снова Смарт. И вот можно на Дона дать передачу. Ай-яй-яй, блестящий был момент. Как так получилось, что я его просто запорол? Не ожидал я на самом деле, что пройдет. Эх, ну ладно. 1-4. Солфорд. Во втором тайме Лестер просто под орех. Ребят, ну что, давайте попробуем приобрести бесплатно Бена Вудберна. Вудберн неплохой, в принципе, 25 лет, 77, да, звезд, так, как говорится, с неба не хватает, неплохой рейтинг, и посмотрите, неплохие статы для цапника. Поэтому возьмем его, пусть будет. Так, ребят, и больше трансферов я проводить не намерен, так как у нас нет денег. Вот мы взяли Бена. Зрелищность, дальний удар, мастер обводки. То, что нам нужно. Так, они, кстати, чем-то похожи по статам, да, наверное. Саби, ну, во-первых, этот валиец, я ему дам предпочтение. Так, ну, давайте-ка сделаем таким образом. У нас, кстати, друзья, на очереди Манчестер Сити. Но перед матчем я предлагаю сделать одну очень важную вещь. 1/16 финала Лиги Европы прошла жеребьевка, и Солфорд Сити попадает на шотландский Селтик. Давайте посмотрим какие-нибудь интересные вывески. Так, что тут есть? Порту, Спартак. Вот это интересно. Вот, Вильяреал и Боруссия Мёнхенгладбах. Тоже интересная вывеска. Что тут еще? ПСВ, Севилья, тоже неплохо. Ну и, в принципе, все. Вот Рома, Интер, вот эти соперники серьезные. Нам можно бороться спокойно, бороться за победу в этом турнире. Было бы великолепно. Что в Лиге Чемпионов? 1/8 финала. Ювентус, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Лион, Милан, Бавария, Барселона, Ливерпуль. Пока такая самая интересная вывеска, на мой взгляд, все-таки Барселона, Ливерпуль. Дальше. Аталанта, Юнайтед, Челси, Атлетико Мадрид. Интересно. В игре Челси пройдет. Ну и Наполи, Байер. Дортмундская Боруссия, ПСЖ. Хочу выделить, конечно, Ювентус, Манчестер Сити, Барселона, Ливерпуль. И третий матч. Все-таки, наверное, Челси, Атлетико Мадрид. У нас заключительный матч в этом выпуске. И какой? Первое и второе место. Солфорд Сити дома принимает Манчестер
Сити. Нужно догонять Манчестер Сити. А то если вдруг, не дай бог, мы проиграем, 6 очков это уже неплохо для горожан. Давайте перемещаться к матчу. Играем дома. Нужно, как говорится, не упасть в грязь лицом перед своими болельщиками. По составу горожан. Силва, Холланд, Невеш, Поль Погба, Тони Кросс. Господи, вы что творите-то, а? Деж, Умтити, Сэмэд, Эдерсон, Дин, Стерлинг. Состав топовый. Не знаю, ну, на мой взгляд, самое слабое звено, а его нет. Вот честно, я... Ну, может быть, Бернардо Силва не такой быстрый, как хотелось бы на фланге. А так все просто шикарно у них. На ваших экранах Холланд. 15 голов забил. Прогноз, что он может в этом сезоне, если так дальше пойдет, забить 31 мяч. Но посмотрим. Надеюсь, что в этом матче он не отличится. Центральный матч не только, я думаю, этого выпуска. Возможно, даже половины сезона следующий. Идет уже какой там 23-й, по-моему, тур. И Солфорд должен ни в коем случае не отпускать Манчестер Сити на 6 очков. Разносторонний нападающий может играть и на втором этаже, и убежать. Ну, пробить и точность удара, и все остальное, это, конечно, у него вообще на уровне. И вот хорошая может быть комбинация. Брюстер, почему ты не побежал, Брюстер? Фергюсон. И вот, ой-ой-ой, ух ты, еще удар. Ну, это я пробил, можно было, так сказать, отложить этот удар ложным замахом. Ну, подумал, может быть, пробьет. Это печально было. Момент был хороший. Эдерсон молодец. Так вот, Холланд очень хороший нападающий. Он может и убежать. У него хорошая скорость для своих габаритов. И пробить головой, и ногой, и борьба. Все у него есть. Все, абсолютно все. Вот если бы он еще исполнял бы штрафные, это был бы идеальный нападающий. Как, например, Криштиану Роналду. Ну да, Криштиану Роналду ему еще, конечно, как до Китая раком. Но все же... В итоге вместо закидушек проходят какие-то выкидоны. Бернардо Силва. Хорош. Да, скорости нет, но техника феноменальная Силвы. Смарт. Неплохо. И вот на Дона. И на Дона. Вот это наша. Это наша атака. Кайдон удар в дальний угол. На добивание. Нет. Рассчитывал я, конечно. Ух ты, серьезно, что ли? Это как будто палю шмеля был. Это Кайдон. Кайдон удар низом. И как-то Эдерсон самоуверенно, мне кажется, сопроводил этот удар просто взглядом. Хотя нет, с этой камеры видно, что все контролировал бразилец на 100%. Илва. Что ж такое-то? Поль Погба. Удар. О-хо-хо-хо-хо. Ё-моё. Как там Перри достал. Как меня достают вот это вот. С этим контролем мяча. Невыносимо просто. Вот знаете, сдают уже нервы. Ты бросаешься и все. Они вот на измор берут. Как там Перри достал. И только с добиванием. И вот я вижу Джека Грэма, хорошая передача. Да как она прошла? И какой удар? Смарт, смарт, смарт. Неужели спас Эдерсон два раза? Обалдеть. И у нас угловой. Подача. Подача в штрафную. Смарт, удар с лета. И намертво забирает бразилец. Вот это начало второго тайма. Снова натиск. Смарт. Передача на Брюстера. Потрясающий. Потрясающая передача на Брюстера. В этом эпизоде голкиперу большой привет. Как ты так-то сыграл? То выручал, какие-то невероятные сейвы сотворял. А сейчас просто, ну, бывает такое. Он так вот падает по центру и все. Ошибка, кто там ошибся? У Манчестер Сити был хороший перехват. И сразу же две передачи мы разрезали. Вот здесь упал, странно, ну такое бывает у них тут в этой фифе. Ладно. Ладно.
Не получится, не получится. Фергюсон набирает скорость. И сразу же передача на свеженького Моргана Брауна. Я даже не буду ничего придумывать, я просто пальну. 76-я минута. Морган Браун, друзья, у меня прям было предчувствие, что нужно выпустить именно Моргана Брауна вместо Трауре, как центральная подача. Да, Трауре у нас есть, но он у нас играет цапника, и у нас 2-1, у нас идет как волевая, что ли? Обалдеть. Посмотрите, защитники уже наелись, он еле-еле плетется, 19 номер, кто там? Умтити, по-моему. И у нас последняя замена, и выходит Бен Вудберн, валиец, новичок, пришедший как свободный агент. Вот это интересно. Райан Гиггс дает шанс Вудберну. В таком-то матче. Посмотрим. Оро. Что-то непонятно. Вудберн молодец. Отбирает мяч. И сразу же передача на Моргана Брауна. Морган Брауна офсайда никакого не было. Я так подумал, но... Какая же ошибка-то была? Вудберн молодец. 82-я минута матча. Сейчас будут забросы, наверное. Бернардо. Снова Бернардо. Обыграли хорошо. Тихо, Минкс. Нельзя сбивать. Нельзя сбивать. Они только и ждут этого. Тони Кросс. Хорошая передача. Нельзя, 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 нельзя. Посмотрите, что творят. Форест. Вот, на Моргана Брауна. Вот она, контратака. Морган Браун. Ты можешь стать героем. Браун, друг. Нет, не хватает пейса, друзья. Был бы Брюстер, он бы просто устроил. 88-я минута. Холланд с мячом. Подумал на самом деле про подкат, но... Ладно, Рахим Стерлинг, он уже не какущий. Рахим Стерлинг, но он штрафной. Нельзя сбивать. Нельзя, 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 нельзя. Еще передача пошла на Брауна. А, это Трауре уже. Трауре, я вижу. Кайдон. Все, 3-1. Солфорд Сити похоронил в этой контратаке Манчестер Сити. И надежды даже на ничейку. Те команды пошли не в атаку. А Мадело Трауре выходит и отдает голевую передачу на Кайдона. Форест. И вот еще одна может быть атака. Это Галбрайт. Передача на Трауре. Трауре! Это просто унижение уже. Это просто унижение. И Морган Браун выходит и оформляет дубль. Вот это да, ребят. Снова Манчестер Сити там от нас попадает. Я не ожидал, что так все будет складываться. Но последние два мяча мы забивали уже там. Защитники вообще не играли. Посмотрите, вот здесь. Он бежит еле-еле. Опять этот 33-й номер. Кто там у них? Не знаю. Диаш, что ли? Очень сильно, друзья, сказывается, когда ты делаешь вовремя замены, выпускаешь вместо одних нападающих быстрых, которые подустали. Кстати, в защиту скажу Кайдона и Смарта, у них там выносливость, по-моему, 90, поэтому особо я их не меняю. Так, знаете, редко. И когда выходят, опять же, повторюсь, свеженькие, быстрые, там у нас цапник тот же, либо вместо Брюстера освежаемый атаку. Центральные защитники наедаются, и получаются вот такие, собственно, эпизоды, как два последних забитых мяча. Морган Браун. Два забитых мяча, Брюстер и Кайдон. Единственный мяч забил Стирлинг, и это, ребят, волевая победа. Ребят, вот такой потрясающий просто ноте, шикарный, я бы сказал. Я все-таки думаю, давайте завершать, а уже Саутгемптоном простимулируем в следующем выпуске. Уотфорд Сити выходит на первое место. Опять же, у нас равное количество очков по 53. Какую-то невероятную статистику сейчас показывает по забитым мячам. Сити, Тоттенхэм, Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. Вся борьба, я думаю, за чемпионство еще впереди. Не забывайте, ребят, подписываться, комментируйте, поддержите видос лайком. С вами был Гамбит. Всем удачи и всем пока.